Ну, самый основной урок то, что у нас нет оппозиции реальной. Вот это самый основной урок, который я вынес из той кампании, в которой я участвовал. Вот. На самом деле, люди, которые называют себя оппозицией, на сегодняшний момент просто зарабатывают деньги для того, чтобы выжить в этих условиях. И это самый основной урок. И у меня, конечно, раньше, когда я шел на выборы, я думал, что будет консолидация, понимание людей, будут вместе объединяться под идею какую-то грамотную. Ну, когда выяснилось на самом деле, что людям это ничего не надо, не менять избирательную систему, в том смысле, что вот надо было менять, я все силы направил, чтобы они меня поддержали. Ни один оппозиционер не поддержал меня и даже не пришел на собрание членов инициативной группы. Просто люди зарабатывают деньги на том, чтобы выживать в этих условиях. Вот это самый основной урок. Вы знаете, что у нас выборов нету. За людей решают администрации, пишут протоколы, рисуют подписи, и у нас выборов нету. Поэтому в таких выборах участвовать, что люди не избирают, ну это просто маразм. Легализовать власть, которая существующая. Я считаю, что в таких выборах лучше не участвовать. Если изменится избирательная система, человек, который идет на избирательный участок, будет его голос считаться независимой комиссией, тогда можно говорить о участии каком-то. Будем говорить просто. Есть двигатель, который, механизм работает на бензине. Бензин поступает, он работает. Не поступает, он работает. Нефть – это бензин, который содержит весь механизм режима Лукашенко. Если Россия ограничит, будут проблемы экономические, он придется ему идти на реформы, на приватизацию. Самое основное, чтобы поддержали кандидата в президента, надо, чтобы была концепция, которую поддерживала или Россия, или Европа, которую непосредственно определяла или Запад, или Восток. Концепции ни одного кандидата на сегодняшний момент нету. Выхода с экономического положения и политического страны. И они просто идут амбиции для того, чтобы зарабатывать деньги. Я больше никак это не назову. Понимаете, о чем я говорю? Когда идет кандидат в президенты, это ж не один человек идет, это целая система должна идти. Люди, которые поддерживать должны не просто одного человека, а должны поддерживать идею. А этого нет.